Вся оперативная информация нашего города в программе «Чрезвычайка». По данным пресс-службы отдела МВД России по городу Нефтекамску, за минувшие сутки были зафиксированы 2 кражи с банковской карты, 2 мошенничества, 3 мелких хищения и 8 административных правонарушений. Сотрудники госавтоинспекции Нефтекамска зарегистрировали 4 ДТП без пострадавших. За минувшую среду бригады скорой помощи совершили 191 выезд. Из них по поводу получения травм к медикам обратилось 12 человек. 19 нефтекамцев были срочно госпитализированы. Зафиксировано 10 выездов, связанных с криминалом. Кроме того, 12 человек обратились в скорую с признаками алкогольной интоксикации организма. 8 выездов оказались безрезультатными. В родильном отделении Центральной городской больницы на свет появилось 4 малыша. 2 мальчика и 2 девочки. We'll be right back.